Телеканал КРТ представляє. Петро Олексійович Порошенка, ми на цьому тижні мали можливість спостерігати за його розмовою з генеральним прокурором України. І ця розмова була дуже цікавою. Чому вона була цікавою? Тому що російською мовою вони спілкувалися, чогось не знаю. Взагалі, те, що ми бачили, це дійсно спроба влади притягнути до відповідальності якогось нашого екс-президента. Чи це якась показуха? Ну, что касается языка общения Порошенко, я думаю, ни для кого не секрет, возможно, кроме его избирателей, что в быту Порошенко человек сугубо русскоязычный, в семье у него говорят по-русски, его сын в Лондоне щеголял в куртке с надписью «Россия», что вообще, так сказать, не... Помогал батькове тричи, да? Да, даже три раза, ну где-то там он пьяный валялся, но это дело молодое, а вот хуже то, что с надписью «Россия», это, так сказать, вообще зашквар. Но вот что касается этих уголовных дел против Порошенко, действительно, они возбуждаются не по самым возмутительным, не по самым общественно значимым статьям, по которым можно было бы расследовать против него дела. Ну, скажем, вот это дело, по которому ему предъявили подозрение, о назначении начальника службы внешней разведки, которое произошло, в общем-то, не по процедуре. То есть Порошенко должен был согласовать кандидатуру этого начальника с Советом нацбезопасности и обороны, он этого не сделал. Вот теперь есть формальный повод его за что-то привлечь. Но с другой стороны, ведь у него были гораздо более серьезные нарушения, более очевидные. Ну, например, та же отправка кораблей в Керченский пролив, заведомо зная, что они могут быть не просто взяты в плен, а, допустим, там могут быть расстреляны и так далее. Но это же фактически подстава своих подчиненных, он верховный главнокомандующий, под попадание в плен, куда они в итоге и попали. И там вот в чем отличие? Там есть письменные приказы однозначно. В таких случаях все приказы отдаются письменно. Если коррупционные дела очень тяжело доказать, потому что там что-то лично, в каких-то разговорах, полунамеками через кума, брата, свата, то здесь все очень просто и прозрачно. Почему по этому делу не предъявить ему подозрения? Гораздо более социально важному. Я думаю, общество хотело бы привлечения Порошенко к ответственности именно по таким вот важным делам. Обществу, по большому счету, ну, есть, конечно, дело до этого там, начальника внешней разведки, но это далеко не самая важная тема. Может быть таке, ну, що взагалі є, існує якась домовленість, що по таким справам ми особо не будемо вас чіпати, але треба, щоб медійно задовольнити людей, які вимагають посадки екс-президента, то ми от показуємо таку показуху, і також це необхідно для того, щоб вже ми можемо спостерігати за тим, що люди вже готуються до місцевих виборів, а у партії Зеленського, у партії Зелених, так скажемо, не дуже велика підтримка з боку населення. Може, це якась, ну, вони спостерігають і готуються до виборів, і від того показують, начебто, вони щось роблять. Порошенко постоянно говорит о политических преследованиях. Так вот, я хотел бы отметить, что его преследуют строго таким образом, чтобы, не дай бог, не посадить. То есть даже случайно, чтобы он не оказался за решеткой ни дня. Я не думаю, что это предмет прямых договоренностей с Порошенко. Скорее, тут имеют место определенные указания от тех людей в Вашингтоне, которые его прикрывают. Вот скорее я бы так сказал. То есть американцы влияют на нашу власть, неформально подают сигналы о том, что Порошенко не должен преследоваться и так далее, что его соратники также должны спокойно существовать без уголовных преследований. Ну и в результате открываются вот эти вот бесконечные дела, бесконечно там выписываются им какие-то повестки, они не являются по этим повесткам, презрительно плюют фактически в лицо сотрудникам этих правоохранительных органов, тем самым плюют в лицо власти действующей. Власть действующая ничего с ними не делает, и по сути это является такой симуляцией бурной деятельности. Бутафорные справы такие, да? Да, ну это цирк.